Доброе утро, наступила пятница, это значит, пора посмотреть, что же интересного произошло в интернете, как в мире, так и в Югре в частности. Начнем с пары новостей. Одной из самых обсуждаемых новостей как в России, так и в Югре на этой неделе стал запрет на анонимное использование мессенджеров. Теперь сервисами смогут пользоваться только те, на кого оформлена сим-карта. Идентификацию владельцев возложили на сами мессенджеры. Хорошо это или плохо, я думаю, покажет время, так как эксперты еще не дали свою окончательную оценку. Следующая новость к нам пришла из Великобритании. Самым популярным словом 2018 года по версии словаря Collins стало слово «одноразовый». Оно используется в 4 раза чаще за последние 5 лет. Это что касается новостей. Теперь перейдем к видео. Вот что мне удалось найти на этой неделе. Для тех, кто пошел в магазин и не помылся, все можно исправить прямо в примерочной. Вот так прилетаешь, а для тебя оркестр даже привезли. Вот оно, сибирское гостеприимство. Зима, как говорится, спорту не помеха. Я думаю, каждый имеет право на свою личную жизнь. Вы посмотрите, да этот челлендж захватил всю игру, да и всю планету. Скоро в школах введут как обязательный танец. А я все так же жду ваше видео. Снимайте, отправляйте нам, я все покажу. Теплых вам выходных и всем лайк.